Читер! Читер! Да ладно! Попал! Вот это бред! Это бред просто, вот серьезно. Валера, да что-то я пожалел у него Валеру, вот серьезно. Ладно, думаю, Валера, настало твое время. Prepare for your death, Leon. Печалька. Ах ты ж. А, то есть у меня было время, я мог бежать, да? Походу, да. Это бред! Это бред, конечно, сейчас только что был. А, то есть мне еще отсюда надо и свалить, да? Ты же был хорошим парнем. Беги, Леон! Понятно, типа короткий путь.
Да, неплохая была битва. Я считаю, что, блин, он пережил на самом деле такое. Я слышал взрыв. Так. Валера, 0 патронов. Мне 2 главы осталось. Ну, что ж. Тогда я думаю, надо сходить апгрейдить Валеру, если я смогу. Башенки-то уже нет, да? Да, нету. А, тут вход завалило. Фу! А вот это уже плохо. Пути назад у меня больше нет. Только вперед и вперед. Гибели или сотый сейв? Да, кстати. Не заметил. So, it seems you killed Краузер too. Да, я убил Краузера. How shall I return my appreciation? What are you talking about? I thought he was with you. What are you talking about? Did you really think I'd trust an American? To tell you the truth, I was contemplating how to get rid of him. But thanks to you, that's no longer necessary. You were just using him right from the start. Oh, I must hand it to you. You've demonstrated quite a bit of promise by killing Krauser. When your assimilation with Las Plagas is complete, I'll have you serve as my guard. Unfortunately, I'm gonna have to decline your generous offer. I have prior engagements. Enjoy your smart mouthing while you can. Отлично, мне недолго осталось. Летучий нацист, да нет, вроде. А по крайней мере не были. Verifica la presión de esa válvula. ¿Viste algo? No hay problema. Damn. Hey, it's about time. Sorry, bad traffic. I'll cover you. Mira, eran los de pólvora. Вертолет-извращенец, господи, у тебя там ракеты! Зачем он вообще это сделал? Понятно, зачем. Там топливо типа было, что ли? That's what I call backup. The name is Mike. You're looking for firepower, you come to the right place. Тут точно, тут. А что тут? Он за меня всех будет убивать, я просто бегу. А что за какой вертолет прислали, в смысле? По-моему, нормальный, хорошая вертушка.
Чувака, вообще супер. Он сам всех убивает. Пилот вообще классный. Чуть-чуть там разрушился, правда, дико. Давай! Блин, я обожаю этот вертолет. Ничего лучше, чем дробовик. Сегодня вертолет, но вертолет мне на поддержку идем прислали все-таки. Но они боялись прислать войска, потому что там что-то дочь президента была. Бла-бла-бла, а теперь все уже очень плохо, короче. И у нас. И у них нет выбора, надо прислать войска, иначе. Иначе все будет очень плохо. Там. О, почему? Хорошо, тебя не прислали. Я уже рад. Вот это было неприятно. Мясо идет. Ну вообще, вообще походу да. Походу так и есть.
бегаем пока, собираем ништяки. Тут тоже приятно. Согласитесь? Вертушка убила, а мы собираем. Ой, вертушка, блин. По-моему, только она по мне стреляет. Извращенская вертушка. Вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау! Потише, 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 ребят. Ушла за закупку бургера. Лол. Много еще не бургеров закупили. Зачем столько бургеров? Демократию нести. Скорее массу демократию нести. Что-то пошло не так. Я не видела.
Что-то сильно пошло не так, судя по всему. О, мать. Я в мою смену. Да, господи. По-моему, у них сдвигает все нормально. Видите, чем они по мне стреляют? Так, как мне там проникнуть? Просто ужасает. Стрельба, эти трупы летящие, черт знает откуда. Нет, это все довольно мило, но... Где моя большая пушка? Я уже не резидент, нафиг. Я кот. Ну, возможно, возможно. Прошло и полвека, блин. Еле прорвался.
Thanks. When we get out of here, drinks are on me. Yeah, hey, I know a good bar. Вот и выпивка, никого угощать не надо. I'll make sure you're the next to go, Saddler. Всё, я думаю, что это же. Ooh, I'm sorry, Leon. Saddler, you bastard! It's nothing to get all upset about. Don't tell me you never spotted a bothersome fly. In essence, it's the same thing. What did you say? Insects' life doesn't compare to human lives. When you've acquired this power, you too will understand. Guess it's another good reason to get the parasite out of my body. I wish you luck. Да, неплохо он тут патрончиков немного оставил. Жаль, конечно, парнишу. Майка не заплатит за... Господи, уже второго убивают, или он говорит, что они заплатят за это. Второй раз. Пока, по-моему, еще никто не заплатил. Конечно, приятно, что не надо подставляться, но все-таки. Так, там сзади, значит, сверху. Хм. Не понял. Опять песок. Леон, ты в порядке? Да. We have to get that parasite out of your body. Yeah. But before that, I gotta save Ashley. Fine. Let's split up. А чё он Эшли-то таблетки не дал? Сам жрёт их пачками, блин. Господи, я опять твари слышу. Патрон от Магнума. Что после будет? Опять хентай? Хентай еще без хентая? Да пока не знаю. После будет Эйвил. Это однозначно. Столько
желтой травы. Мне больше хп все равно не поднимет. Че это такое? Чем бы ты ни был, заткнись. Точнее, успокойся, заткнись. Те слова. Как его разорвало-то, а? Мало вероятно, что там была Эшли. Мы же не знаем, что они хотели с ней сделать. Ну я не знаю. Еще один мешок непонятного предназначения. Видачи все. Конечно. Фанатики украли дочь президента для того, чтобы напичкать ее дробью. Стронг. И че это? Я должен туда подниматься. Такой план. Блин, боже, ребят, вы придумайте вообще планы. Зачем делать что-то с дочкой президента? Во-первых, у дочки президента пятый размер, поэтому с ней определенно ничего не надо делать. Че это такое? Чем бы это ни было, оно мертво. А, понятно. Откуда не возьми чувак с папаганом. А вот посмотри. Силикон. Они сходят. Колосуна и стреляют из арбалета. Еще за это нежно ты хочешь этих левых планов. Да откуда он стреляет, блин?
Я еще не закончил, как видишь. Но я не хочу на него снайперку тратить. Довольно-таки не очень. С обучайкой мне тоже проблемы. Зато вот магнуму у меня хоть добавляй, вот серьезно. Пока не будет. Кусик, привет! Блин, да, 15 тысяч это не выдает. Потом у меня все паршиво! Скоро Валеры буду отстреливать обычно за барей. Дожили. Все. А, нет, потом у меня офигенно все. У меня, кажется, пистолета дофига. Блин, а что-то. А чё я не заметил? Лысый черный. Прикрепленный миниганом к руке. А чё тебе алкет не нравится? Все ж нормально. А еще так неплохо с руки раздает. Еще флеха. Пусто, да ладно, серьезно. Желтая трава. Господи. А, желтая трава. У нас было много-много пакетиков разной травы. Вообще хилки как-то в ряд разложить. Понять не могу, сколько их у меня осталось. О, 22 патрона. Лысый черный миниган. Где ты видел? Понял я тебя. Так, шмякай. Так. Ты нарываешься. Ты реально нарываешься. Господи! Давай.
А, ключ-карта сама ко мне пришла. Неплохо. Во-во-во, тентакля вылезла. Да ладно, как... Пошел нафиг вниз. Вот там и сидит. О, господи. Да господи, откуда, откуда тут лучник? Да блин. Что еще? Да, блин. Все, выпало. Слишком много экшена в конце. Не то, что экшен был против, но его слишком много. Макаем. Номер раз. Так что нарастает. Ну блин, я тут уже целую армию вырезаю, вот серьезно. Шухер! Им так ли наступают? Номер два. И где эта фигня открылась? Хороший вопрос. Где-то снизу, да? Да, все правильно.
пистолета. Господи, что они с ней делают? You'll soon harbor an awesome power. Yet it seems you would rather choose death. I'm taking Ashley back, whether you like it or not. Ah, the audacity of youth. Wow. Что это? А у нее сиськи трясутся. По-моему, звук с этим идет. С задержкой. Типа она очнулась. А, нет, смотрите, тут магазин есть. Наверное, последний магазин в игре. Уже не в первый раз замечаю, что быть великим магом достаточно иметь интимной близости с самкой до 30 лет. И больше, отрастить длинные ногти и покрасить их черным лаком. Господи, что это за извращенство? Welcome. Got a selection of good things. What are you buying? Is that all? Thank you. Not enough cash. Блин, копеек не хватает, он серьезный. 44 тысячи надо. Значит, будет, если я что-нибудь продам. What are you selling? А продавать мне, в принципе, вообще нечего. Попробуем набрать. Продай РПГ, ага, не в этой жизни, не разведете. Нет, РПГ я не продам, РПГ у меня будет на крайний случай всегда. Ладно, корона с символом продам. Еще 2000 надо. 1000. Что ему продать? Фрейзер. А, вот это вот можно продать. Зеленая, желтая. Is that all? Thank you. What are you buying? Is that all? Thank you. Убивает с одного выстрела. Come. Кто там? Ребята, вот просто на этот запас посмотрите патронов к револьверу. Back.
Ты уже начал продавать траву в сетле. Я не ту траву продал. Там желтая трава, она как бы все равно не нужна. Ну как бы все, это GG. Я не знаю просто. Тут я могу вставить. За распространение посадят. Да не, не посадят. Давайте протестируем на ком-нибудь. Что, много до сейва нет? Так, прикольно. Они, не стоит они потраты. Патронов, к сожалению. Пятьдесят ДПСа. Там вот ваншот, ванкил, походу. Так, а че я сюда выполз? Да как бы там, даже если в голову выстрелить, слишком большой ДПС убивает. Разве нет? This hunk of junk? I don't know about this, Leon. There's only one way to find out. You operate. Sure you want to do this? Yeah. All right. Here goes nothing. У тебя не чужой сидит, а паразит. How are you feeling? Like a million bucks. I thought you were gonna die. All right, guess I'm up. You okay? Господи, у него было сейчас такое лицо. I don't know about you, but I think it's time we go home. Все. Я так понимаю, сейчас будет последняя глава. Слава богу. Там стуль прям потекла. Ну, конечно, переборщили со словами. Не хочу уже читать. Так. Где моя большая пушка? Где мое БФГ?
Все, БФГ готово. А, тут сейф. Последняя глава. Но все, это финальная глава. Продолжения уже быть не может. Welcome. Got a selection of good. What are you buying? Come back anytime. Я что, так не пробовал? Нет, не пробовал. За что? Блин, Лукет, ты опоздал. Something's not right. Ashley, you stay here. Ада? Ада! Better try a new trick, as that one's getting old. You okay? I've been better. What's so funny? Oh, I think you know. The American prevailing is a cliché that only happens in your Hollywood movies. Блин, клёво у него посох. Oh, Mr. Kennedy, you entertain me. To show my appreciation, I will help you awaken from your world of clichés. Ada, stand back. Ты чё бушуешь? Ай! Нужно много глаз, вы его спросите. Ох ты! Линда рекламирует.
особое оружие. У меня для него места нет. Короче, пускай босс немного подождет. Мне сейчас надо найти место. То самое ощущение, когда тебе не хватает места на мега крутую пушку, чтобы добить босса. Весь босс, я даже РПГ не заюзал. Вау. Sorry, Leon. Hand it over. Ada, you do know what this is. И спрашивается, вот на кой мне столько патронов от Магнума, которые я копил всю игру и не тратил? Глаз босса, да че-то вы... Че-то вообще фигня какая-то. Сваливаем, Эшли, сваливаем с этого острова! Поехали! Hang on, sweetheart. Так, мне еще... А, мне еще и управлять надо! Я думал, это все. Я их утопил. Я их убил.
on, sweetheart. Да ни черта ж не видно, блин. Вот так вы свалили с острова. Эшли! Эшли! Где ты? Леон! Come on. Let's go home. Sounds like a great idea. Mission accomplished. Right, Leon? Not quite. I still have to get you home safe. So, after you take me back to my place, how about we do some, overtime? Sorry. Somehow I knew you'd say that, but it doesn't hurt to ask, you know? So, who was that woman anyway? Why do you ask? Come on, tell me. She's like a part of me I can't let go. Let's leave it at that. Да, задержка звука, конечно, дикая. И на водном мотоцикле в закат, ну, или в рассвет. Ну, все эпично, в общем. Все-таки закончил сегодня Резидента, как хотел. Ну что, завтра будет у нас Эвил с пылу жару, так сказать. Надо будет поставить релиз. Тех, кому интересно, давайте подписывайтесь. На... Че это такое? Почему я... Подписывайтесь на мой канал, ставьте плюсики. Заходите в скайп-конференцию, на твиттер. Точное время я скажу, скорее всего, это будет релиз игры, там, плюс-минус 10 минут начала стрима. Так что не пропустите. Свежачок. И... Скажем так... В стране с резиной четвертом... Evil Within — это деградация. Почему так? А если они правда вертолет выслали? А я не знаю. Ну, в общем, мы прошли игру. Проходили долго, мучительно. Но хорошо. И дотошно. Ох. Проходили, проходили и, наконец, прошли! Я всегда хотел это сказать. Так, Evil Within будет завтра игра, то есть завтра релиз стимовский, и у нас будет релиз этой игры. Ты еще заду не закончил? Алкет, ты издеваешься, да? Ты хочешь меня отправлять еще его за аду компанию проходить? Мне не понравилось. Сюжета нет, игра по игре просто и куча штампов. Ну, некоторые считают, что он решил, скажем так, заработать, не срубить немного денег на франшизе Резидента, но
Блин, я не знаю. Я пока сам не поиграю, я не буду складывать никаких, скажем так, мнений об этой игре. Завтра начнем играть, завтра и будем складывать уже в процессе игры мнение о ней. Но, честно говоря, я ждал эту игрушку очень давно. И с превеликим удовольствием в нее поиграю. Чё так водик получился на 7,5 гигов? Капком. Давай, Капком. А в Инквизицию играть будешь? And again, is that you? Finally, the line's jack free. Hey, Hunnigan, no glasses. Forget the glasses. What's the status of the mission? I've rescued the subject. We're returning home. You did it, Leon. Thanks. You know, you're kind of cute without those glasses. Give me your number when I get back. May I remind you that you're still on duty? Story of my life. Короче... Не будет у Леона, и у Леона тянки никогда в жизни. Его все кинули, вообще все кинули. Ада кинула, дочка президента кинула. 41 раз умер, 960 врагов убил, процент попадания 75, 17 часов 10 минут. Вы можете купить... У торговца бесконечную ракетницу и Матильду. Сохранить? Да. Бонусы. Разные пути. Что это такое? Заду. Интересно, слушайте. Наши клеилась волосы. Ну блин, ребят, там дочка президента как-никак. Ладно. Закончено этим прохождение Резидента 4, возможно. Еще завтра перед Эвилом у нас будет бонусные игры, соответственно, за Аду. Что ж, пока я точно сказать об этом не могу, к сожалению. Я отпишу на это в Скайпе и в Твиттере. То есть ждите. Скорее всего, стрим начнется раньше. То есть мы попробуем поиграть немного за Аду. Немного. Так, блин, как отсюда выйти? И ну что, не человек, это нет, она опасная тянка, с которой лучше не связываться, иначе батя отошлет тебя куда-нибудь далеко-далеко и, скорее всего, навсегда. Ну, в общем, вы поняли. Ладно, тогда на этом мы заканчиваем стрим. В общем, всем спасибо, кто меня сегодня смотрел. Я надеюсь, вам понравился мой стрим сегодняшний. И приходите завтра на Evil Within. Скажем так, будет премьера. Что ж. Все. На сегодня все. Всем спокойной ночи и до новых встреч.